Полицейские до сих пор не могут прояснить ситуацию по факту нападения на оператора Тенгри Ньюс ТВ. История с реакцией полиции на заявление Дениса Хусаинова больше напоминает пинг-понг. Редакцию информационного портала то и дело отсылают из одного ведомства в другое. Так, например, в пресс-службе ДВД Алматы нам сказали, что все подробности дела будут озвучены официальным представителем МВД Нурдильдой Ораз на брифинге в Астане. Однако вместо внятного ответа в столице нашим журналистам было рекомендовано снова обращаться за информацией в ДВД Алматы. Значит, сейчас на данный момент мы ожидаем еще экспертизу, после чего будет принято какое-либо решение. У меня как таковых других информации нету по этому поводу. И по этим всем вопросам вы можете обратиться в пресс-службу ДВД города Алматы. Они полностью уже на данный момент изучили это происшествие, и как бы они готовы уже предоставить вам комментарии. Они вчера сказали, что они предоставят вам. Ну, сегодня они предоставят вам. Мы, значит, сегодня с утра уже переговаривали руководством, и, в принципе, они уже, у них материалы есть, и они могут предоставить по данной тематике. Но пресс-служба городской полиции уже вторые сутки не может найти времени для комментариев, то назначая съемку, то снова ее отменяя. Единственное, что удалось выяснить из устной беседы с пресс-секретарем ДВД, это то, что возбуждение уголовного дела приостановлено. Причины не объясняются. Повода к возбуждению уголовного дела у полиции было минимум два. Первое – это заявление самого потерпевшего Дениса Хусаинова. И второе – то, что это событие было широко освещено во всех средствах массовой информации Казахстана. Вообще действия нападавших следовало бы квалифицировать по двум статьям Уголовного кодекса. Первый – это хулиганство совершенной группы лиц по предварительному сговору. И второй – это грабеж. Потому что у Дениса Хусаинова было изъято, помимо его воли, произошло открытое хищение флеш-карты. Тем временем на днях оператору Денису Хусаинову звонили Житысуйского РУВД с просьбой предоставить камеру на товароведческую экспертизу. Хотя технику для проведения этой процедуры Денис отдал полицейским еще несколько недель назад. Узнать у полиции причины повторной экспертизы успехом не увенчались. Позже Хусаинова вызвали в отделение, якобы для опознания тех самых нападавших лиц. Что опять же странно, так как ранее Дениса уже вызывали на опознание, где вместо подозреваемых показали лишь фотографии. Причем не самого лучшего качества. Юрист ОАЛАШ Медиагрупп Улукбек Курганов уже пояснял, что это неправильно. Однако и в последний раз полноценного опознания не состоялось. И в итоге причина вызова нашего оператора в полицию осталась загадкой даже для него самого. Я пришел. Опознания как такового не было. Как я видел в кино, что понятые выстраивают группу лиц. Ничего такого не было. У меня спросили, а где камера? Мы хотели сдать камеру на экспертизу. Я с круглыми глазами. Камеру я отдал еще 3 недели назад. Они как так? Развернулись, убежали. Приносят, ваша камера? Да, моя. Что тут сломано? У вас что, дела нет моего личного? Что сломано? Вот, показываю. На экспертизу должны были отвезти, посмотреть состояние электроники. Ничего этого не происходило.